Была весна, и пели птицы, и я был мальчонка молодой. Весною дома не сидится и не спится, и я дружил с девчонкою одной. И как-то вечером я провожал эту девчонку, и нам дорогу освещала луна. Но тут из подворотни вдруг выходят хулиганы и говорят мне: отдавай свою девчонку. А я говорю: нет, это моя девчонка. И тут выходит самый главный хулиган и говорит: ты смелый пацан, не испугался хулигана, и за это давай с тобой дружить. И стали мы дружить втроем, хулиган я и моя девчонка. А потом я стал хулиганом, а хулиган Мильтоном. И она влюбилась в него и ушла от меня. Их зарезал обоих я широким кинжалом. Вот что с людьми делает любовь.